Здравствуйте, друзья. Это Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алиан». Как вы знаете, вслед за банком «Открытие», после вот этих непродолжительных предсмертных конвульсий, приказал долго жить Бинбанк, занимающий 12-е место в рейтинге российских банков. Ну, то есть это монстр. И я специально достал переговоры одного из моих подписчиков с сотрудником Бинбанка. Ну и, конечно же, понятное дело, все вокруг неправы. Отдайте деньги, вы взяли, мы такие вот кристальные, мы вам дали, а вы не отдаете и так далее и тому подобное. А в результате что мы видим? Бинбанк покупал на деньги пенсионеров, то есть он открывал негосударственный пенсионный фонд, собирал деньги пенсионные, скупил почти все 5-звездочные гостиницы Москвы. Это проверяемый, открытый факт. Также ввел, собственно говоря, политику приобретения иностранной недвижимости на все наши, деньги. И самое главное, куда смотрел Центробанк, госпожа Набиуллина. Дело в том, что каждый банк, а это закон, ежедневно два раза должен сдавать отчеты. В нашем прекрасном Центробанке работает более 50 тысяч сотрудников. Шикарнейшей зарплатой. Куда они смотрят? Существует отдел банковского контроля, специальное подразделение. Естественно, не может никакой отдельный банк взять и умереть одномоментно. Взять и умереть, вот как будто в аварию попасть. Нет, они шли целенаправленно вот к этому краху. Ну, крах — это с точки зрения, поверхностных взглядов. На самом деле, руководство Бинбанка целенаправленно шло к этому результату, и уж поверьте, никаких серьезных финансовых убытков они не потерпели, просто избавились от определенной рутины, ответственности и так далее. И все вроде как по закону. И теперь сейчас Центробанк будет вливать триллионы рублей для того, чтобы санировать, так называемый термин, лечение, санирование, оздоровление этого банка, которое, естественно, ничем не закончится. Там будет назначен конкурсный управляющий, который грамотно обанкротит это все учреждение. Но, еще раз повторяю, смотрите, как рьяно они доказывают свою правоту, что они чистые, кристальные. И, в принципе, грустно это не было. Вся банковская система у нас на это заточена. Мы все плохие, потому что мы не можем отдать не из-за того, что мы не хотим, либо обманываем их. Нам просто физически не получается это сделать. А вот банкиры все такие прям хорошие и добрые. А где вы деньги берете, уважаемые банкиры? У нас с вами. Нам же их отдаете и требуете обратно с процентами. Но это отдельная история. Можете посмотреть мои обращения, в которых я затрагиваю многие подобные моменты, не только такие. Ссылочка на плейлист с обращениями в правом верхнем углу сейчас выходит. Вот она. Ваша удобство. Ну и для тех, кто хочет, для тех, кому надоело находиться в статусе жертвы, в статусе вот этого вот безвольного стада, да, уж извините за такую резкость, вы можете, это все раз и навсегда прекратить, обратившись за юридической помощью к специалистам компании «Алиан». Чтобы это заявление не было голословным, я предлагаю вам на нашем сайте посмотреть видео и узнать, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиан». Ссылочка на видео есть, на сайт есть в описании любого ролика, этого в том числе. Также, опять же, для вашего удобства кликабельная подсказочка выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Вот она. Посмотрите видео, ставьте заявочку, мы вам перезвоним в рабочее время, кроме субботы, воскресенья по московскому часовому поясу. Не забудьте записать телефончик, который указан на сайте, именно с него мы будем звонить. Ну а сейчас слушаем диалог нашего подписчика. Спасибо большое сотрудникам доблестного, честного и зеркально прозрачного Бинбанка. Поехали. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Я могу услышать, Сергей Иванович? Я вас слушаю.
Меня зовут Мавликиев Руслан Сурович, это АО «Бинбанк Диджитал», управление фонда «Скан». Я по поводу вашей задолженности по кредитной карте, не произвели еще оплату? Нет. Сумма задолженности на данный момент у вас составляет 49 500 рублей. Срок задолженности у вас 181 день. По какой причине это оплата? Нет средств оплачивать амбиции коммерческой структуры. Угу. А с чем это связано? С тем, что нет средств. Ну а с чем связано то, что у вас средств нет? Не работаете ли вы, другие крупные расходы? Ну это моя личная информация, она вас не касается. Ну, Сергей Иванович, как раз вас это и касается, вы являетесь должником нашего банка, и нам необходимо знать, по какой причине вы не возвращаете денежные средства, которые вы взяли у банка, которые... и потратили. Денежные средства, которые я взял у банка, я уже вернул, с лихвой. И, во-первых, я и не обязан был отдавать. Между нами нет договора кредитного. Да. Ну, как так? Нет-то, вот так, Сергей Иванович. вот так. Между нами был заключен договор оферты, анкета. Она не является кредитным договором. Угу. Угу. И когда вы платили по 7 раз? Какую сумму? Где-то в феврале. Сумма там у вас указана. У вас что, вы не сотрудник банка? Вы не знаете, что ли? Я вот наблюдаю только 16-й год последней операции по вашему счету. А может 16-й год, я уже не помню, да. Угу. 181 день вы уже в задолженности. Да. Какие меры можете принять, чтобы оплатить свою задолженность до конца, Сергей Иванович? Никаких. Угу. Почему? То есть вы отказываетесь? Да, вы правильно, молодой человек, меня поняли. Я платить не буду до судебного порядка, вообще ни копейки. Угу. Подавайте в суд. Смотрите. Что вы в суд-то не подаете? Сергей Иванович, вот у вас здесь довольно-таки большие количество карт здесь на вас, у вас, и все они закрыты. То есть, получается, вы берете карты, ею пользуетесь, а потом говорите, а у меня нет никакого договора, я не буду возвращать вам деньги. То есть, вы пожили за счет банка, и все? Нет, это банк за счет меня пожил, причем неплохо. Ну, вот здесь вот складывается впечатление, какие что карты? Наоборот. Какие? О чем вы говорите? Какие карты? Ну, хотя бы одну назовите. Ну, в данный момент я с вами разговариваю о карте 5346. Это какая? Последние 4 цифры. Это чья? Кому, какому банку-то принадлежит? Я же вам представился. Это АО «Бинбанк Диджитал». А, ну-ну-ну-ну. Я понял. «Бинбанку Диджитал» она принадлежит, да? Да. Я по этой карте все вернул. Угу. Если вы считаете иначе, подавайте в суд. Ну вот я наблюдаю то, что вы... Я вот вижу то, что вы ею пользовались еще и в 17-м году. Покупки делали. Угу. Ну. Оплата товара, ага, была у вас здесь. Ну, может быть. Ну, то есть вы же ей пользуетесь данной картой, а сейчас вы говорите, что вы уже все вернули и ничего не должны. А сейчас, молодой человек, представляешь, я с февраля месяца понял, оказывается, что Бинбанк Диджитал нарушил несколько федеральных законов и несколько статей Гражданского кодекса. Ну, я не юрист, чтобы консультировать, но для вас могу сделать бесплатную консультацию. Первое, закон о банках и банковской деятельности, в котором четко написано, что со мной должен быть заключен кредитный договор. Или кредитная расписка в формате «дал-взял». Вы же мне дали денег, вы утверждаете. Должен быть кредитный договор. Это первое. И второе. То, что в этом же законе о банках и банковской деятельности банк не имеет права самопроизвольно повышать процентную ставку по кредиту. А вы в одностороннем порядке повысили мне ставку. С 5 500 ежемесячного платежа у меня платеж вырос до 9 000 рублей. 8 900 крайний был. Это незаконно, это раз. Второе, если одна из сторон уклоняется от выполнения своих обязательств, то вторая сторона должна, обязана в течение 60 дней подать на нее в суд. Более 60 дней, а у меня уже 180, вы утверждаете, вы злоупотребляете правом с целью накрутки мне шапки долга, процентов и пений и штрафов. А остальное, как Руслан зовут? Руслан, да. Руслан зовут вас, да? Да, да. Руслан, а остальное я расскажу в суде.
И поверьте мне, я не быдло и не баран, и буду защищаться. И посмотрим, что поимеет Бинбан Диджитал. Сергей, вы смотрите, раз вы знаете, какие закон нарушил банк, возможно, вы знаете, какие вы нарушили? Я ничего не оплачиваю. А что, где зафиксированы мои обязательства, скажите мне? Где они зафиксированы? Я вам ничем Сергей не обязан. Иванович. Да, вот как только я увижу оригинал договора с моей подписью от банка, с подписью руководителя банка, либо лица, у которого есть доверенность подписывать данный документ, тогда, может быть, я буду выполнять свои обязательства. Но пока я такого договора не видел и не увижу, вряд ли увижу. И даже в суде вам нечего. А почему тогда вы до этого пользовались, платили? Потому что до этого я объясняю, Руслан. Решили. Потому что я объясняю, Руслан, вам, что до этого я не знал законы, а тут пришлось почитать. Угу. Значит, вы добровольно оплачиваете, отказываетесь, правильно? А что значит добровольно? Ну, то есть самостоятельно, без суда, как вы говорите, подавайте на меня в суд. А также банк вправе, согласно 32-й статье, обратиться в стороннюю организацию. Я вам такого права не давал. Более того, если вы передадите мои персональные данные третьим лицам, я напишу заявление в прокуратуру и Центральный банк письмо с жалобой на вас. Ваше право, Сергей Иванович. Я знаю, я вам право не давал персональных данных. Штраф до 200 тысяч, если за распространение персональных личных данных. Так что подавайте, пожалуйста, я только в плюсе буду. Сергей Иванович, значит, вы отказываетесь производить оплату в течение 2 дней? Если я 180 дней не платил, вы что думаете, я через 2 дня, я сейчас побегу и заплачу? По-моему, нелогично, да, Руслан? В данный момент я тогда фиксирую отказ от оплаты, ваши контактные данные изменяются, телефон, адрес, все актуально? Эта информация вас абсолютно не касается, ничего не изменялось, я вам скажу, можете звонить вот на этот номер, вы меня развлекаете. Ну, хорошо, Сергей Иванович, всю информацию я зафиксирую, в скором времени с вами свяжутся. Всего доброго. До свидания. Друзья, вот лично я считаю, что очень крутой диалог. А вы как считаете? Напишите в комментариях, кто что думает. И, конечно, лайки. Здесь автор заслуживает, как говорят, фуру лайков. Ну и подписывайтесь на наш канал, кто этого еще не сделал. И репост в соцсетях, пожалуйста, поделитесь. Пускай сейчас, наверное, будет новая какая-то волна по Бинбанку, вот подобная, как Тинькову была. Давайте, собственно, будем в теме. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алян». До свидания.